Это, мы, короче, упустили такую возможность шутки на тему Медузы Горгоны. Представляешь? Шутка могла быть следующая. Кратос во время секса с Медузой не смотрит ей в глаза. Поехали. Или наоборот. Он слишком суров. И смотрит ей в глаза, я хуй знает. Ну, допустим, сюда нам сказали сходить на восток. В храм. И там мы узнаем, как убить бога. Но что-то мне кажется, это сюжетная хрень. И поэтому, может, надо было сначала сходить влево. И... Это Энди. Кстати, там Флювиду еще тоже привет. Я что-то... Там Лёнинов лудил. Нет, это PS3. PS2, PS3. Допустим, я сюда пойду. Я так понимаю, пройти мне не дадут, да? Заебись. Вот это я встрял, короче, сейчас немного. Вау! 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 Что это такое? Ага. Окей. Ну, я тебя понял, в принципе. Игра, подожди только минуточку. Блять, ты её забыл уже. Да лол. Стой здесь. Чё-то я куда-то вообще... Бля, надо было туда идти, наверное, все-таки. А назад мы уже хер вернемся, да? Да чё это? Чё это за странный дом такой? Бывшая Медуза Горгона окаменелась. Моя бывшая Медуза ко мне окаменела. Здорово, Руинер. Оу, серьезно? Оторвать голову и восстановить орбы? Окей. Все-таки надо было туда сходить. Здорово.
превратила в камень его член. Что за жуть? Ой, люди, извините. Я не хотел, извините. Я в домике. Я в домике, ничего не знаю. Да все это время 67 орбов только. Миненько. Спаситель Афин. Это побочный ущерб. Достань. Ой, сука, ты меня достал. Подожди, я сейчас. Я ты там жаришь. Минотавр глотает. Где тут как бы факер? Ну что, огненные мечи глотают, он в цирке работает факером. Что не так? Почему гейская шутка сразу? Хоть там тверкать, господи. Уи! Кажется, мы получили. Увеличение ХП. Козел. Послышалось факером? Ну я так и сказал. Тебе не послышалось. Рванина, блядь. Не, ну серьезно, назад теперь я не смогу вернуться, да? То есть я, возможно, там покапил что-то. Какую-то штуку нужную. Тук-тук! Своевременный тук-тук. Как, блядь, сначала дверь сломать, потом крикнуть. Можно войти? Вот, сквозь текстуру улетел. Где? Где там? Возможно, это Арес, я хз. Не понял.
мы прогулялись и назад теперь идем. Вот это неожиданно. Лоудинг. А. Тук-тук. Ясно, понятно. Сегодня картинку такую увидел, короче. Типа этот мужик с ножом, короче. Ну, бандюк какой-то на девушку нападает. Она такая: о боже, нет, бандит! Он такой: хе-хе-хе. И сбоку такой чувак стоит, типа это: женщина в беде. Самое время для человека-человека. Человека-человека. Он такой, просто, знаешь, стоит он такой в сером костюме, и такой с себя серый костюм срывает, и там еще один серый костюм. Он такой: эй, ты бандит, да, ты, это, завязывай. Он такой: ну ты зверь, мужик. Спасибо тебе, человек-человек. Блять. Сука. Так. Интернет просто порой такую хуйню выкладывает. Здесь что-то много всего пропустил, похоже, да? Все, берем. Тоже сломаем. Заберем себе души яблок. Кратос в тюрьме. Да я могу назад. Так, а здесь еще. Что-то я могу, оказывается, да? Стоп. Пойдем все-таки в храм, да? Наверное. Там мы уже, в принципе, все видели. Марка, хуярка, байдарка. Так, я не понял, что происходит. Мы уже драться с ним пошли, что ли? Я хотел туда! Или это просто заставка? Надеюсь, это просто заставка. Бог войны. Я не забыл тебя. И то, что ты сделал той ночью. Этот город станет твоей могилой. Кто? Ганандорф? Это что? Кто такой Ганандорф? Это человек-человек. Все. Я не могу его убить. Они мне сказали, типа, нужно узнать какой-то навык, чтобы победить бога. А что, нельзя, что ли, это Зевсу сказать? Слышь, Арес, ай-яй-яй. Просто, и все. И он такой: ну ладно, ладно, нормально. Массивная дверь с символом городского оракула. Дверь закрыта и не может быть открыта отсюда. В каком смысле? Я чё, слышь, алё? Я где? Я себя не увижу. То есть мне ещё туда каким-то волшебным образом нужно попасть? А, Ганон, в смысле? Окей. Ганон. Не Ганон, Ганон.
Так, ну давай, короче, тогда, раз меня никуда не пускают, мы пойдем сюда опять. Только в этот раз мы повернем куда-то сюда еще левее, по-моему, там дверь была. Здесь мы уже все взяли. Сундук, что ли, респавнится? Сундук, а ты хорош. Сундук, поехали ко мне. Так, 190. Что-то не копится больше ничего у меня. Значит, тут дверь была, нет? Мне показалось, тут дверь была вначале. Чабо. Ну ладно. Сундук, выходи за меня. Куда? На работу, блядь. Тихо. Так, что будет, если я сделаю вот так? Ничего не будет, да? Или будет? Или я что-то нашел? Что-то волшебное нашел. Смотри-ка. Ты изменяешь коробки. Нормальное у вас там отношение с коробкой уже. Ну, блин, я не знаю, я что-то пропустил все-таки здесь. Ты, блядь, залезь вот сюда, ну. Все, раз. Там мы наверху были. Не, ну а что, а сюда нельзя никак? Нет. Вон там спуск какой-то был. Слышь? Дедкуилин. Ну ему тоже привет. Коль не шут. Йога, который не Яго. Так, я не могу перепрыгнуть точно это. Там какая-то веревка вон. Как будто бы надо. Колис, здрасте. Колис, я не знаю, как правильно. Куда ты, ядрить, куда меня хочешь запихнуть-то, я что-то не понимаю. R2? Нет, не работает. Сломай стену, что ли, ну. Так, что-то я нихуя не... Там издали было видно, будто бы спуск был вниз. Но его нету здесь. Сюда тоже не могу. Игра. Игра, ты хорош. Вон, видишь, спуск какой-то. Я тут даже не добегаю, похоже. Эй! Похойный! Ты козел! Привет, Блуга! Блуга! Здрасте. Во, вот это что-то уже интересное. Зачем здесь платформа? Просто дом, что ли? Здесь мы не были. Странный какой-то кусок локации. What the fuck? Что это? Чё?
Да я сам не понял, что происходит, я сквозь лестницу. Я прыгнул вот сюда куда-то. И как-то застрял, короче, что-то снизу откуда-то вылез, что происходит? Как, блин, куда дальше-то? Эй, игра. Короче, что-то баганулось только что. Иди сюда. Сюда мы ходили. Это в начало. Что за... Что за хрень? Я что-то упускаю? Да, если из сундука вылезет мимик, я очень сильно удивлюсь. Так сказать, охуею. Да ну брось. А назад ты теперь не можешь, да? И сюда. Я что-то не понимаю. Здесь что-то не было еще. Тут ничего нету. Какого хрена, игра? Но видно, что вот здесь что-то надо сделать. Но непонятно что. Баррикаду сломать, думаешь? Думаешь, можно? Кого-то попал. Да серьезно, что ли? Баррикаду можно сломать? Спасибо, Феанур. Ты гений, нет. А я и не додумался даже до этого. Да я просто бил и убил. Ничего не произошло. Кажется, надо было больше бить. Я слишком слабый. Маленький Кратос. Прикинь, не туда. Прикинь, не туда, короче, да? Феанур! Ты игру заебал! Да ладно, тут надо на веревку, наверное, по-любому. А зачем нам наверх? Уи! Да, охуенный прыжок просто был. Уи! Оп, стоп, 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 стоп. А ты можешь... Стой. Нет, давай наверх. Я вижу тебя. Хорошо. Неплохо. Что там, пятихаточка была? Где-то. Да что-то вообще не дают ничего. Вроде нарисовано, что до хера, а на деле ничего нет. Здрасте, это дверь? Можно? Нет? О. Ну да, она отличалась текстурами, но что-то я хрен его знает. Как уже сказал, я бил, бил. Толку никакого. Так, что тут? Фонтан. Посейдон, вылезай! Посейдон! Алло, Посейдон?
Это человек-человек. Ты вылезай, а то я милицию сейчас вызову. Типичный человек-человек. Да, можно сломать что угодно, если долго бить. Логично. Блять, вы чего? Вот в Афинах нормальные, короче, тусы. Не то, что у нас, блять. Там конкурсы видел, тамада, все такое. Это Войн Луны. Я что-то это... Вот так вижу. О-о-о. Опять 30. Это 130. Вау. Здорово, Бармаглотик! Я блок нажал. Не пизди мне. Весело у вас тут. Уи, убегаю. Мама. 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 Хочу посмотреть. Это все? Это все? Ты его просто ткнул об носом, блять, об асфальт? Ты серьезно? Ну ты, блять, хорош. Ну ты, блять, хорош. Тихо, стой, остановись. Я думал, ты его убьешь там или что-то типа того. Да вы заебали, что такое-то? Да ну что, хорош? Да хорош, блядь! Так, минус один. Бум! О, господи! Он был голый, я только сейчас понял. Люди! Люди! Как пройти в библиотеку? Диджей. Тот сейчас пизданул. Здравствуйте. А-а-а, паника! Змей напал на Русь. Здрасте. А, это уже открыто. Так, что тут еще открыть у вас? Здрасте. Кратос не умеет в двери, короче, да? Я так понимаю. Он их ломает.
Да все правильно. А мне, ну, действительно, мало ли кто-то касался. Короче, я так понимаю, если я слышу вот этот звук потрясающий, вот, вот такой вот, то эта дверь не откроется. Хотя, может быть, по теории, если я буду ее долго бить, рано или поздно она откроется. А, кто-нибудь, это как его, как там команда называлась? Дэнс? Дэнс, ну-ка. Для сабов, которые... Так, пиздец, что, блядь, тут происходит вообще? Так, ну что, ты предлагаешь мне сюда, что ли? Ну вот. Не подходи! Ценности. Пфф. Вообще богеру. Глаз горгоны. Вот что нам нужно. Подумаешь, какие ценности тут египетские, ну. Кратос, он один из этих. Короче, как их. В мумии, помнишь, там были такие, короче, это. Турбомумии. Дорогая, что ты делаешь? Они дверями не ходят. Кротс один из этих. Не подходи ко мне. Не очень-то и хотелось. Я вообще, знаешь что? А, нельзя? Я хотел статую притвориться. Женщина, ты где? Стоп, не хочу. Мало ли, сейчас какой-нибудь замес начнется, потом можно будет похиляться. Чего ты прыгаешь-то от меня? Я тебе что сделал, чё ли? Я тебе что-то сделал, чё ли? Чё ты бегаешь от меня? Не подходи! Ой, это отражение, действительно. Кратос не трахался уже целый час. Эй, ты с бородой иди сюда. По-любому было бы так. Так. Бляха, что-то тут. Ты пошел уже или что? Или это ты шутишь? Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты сделал. Монстр! Подожди. Не подходи! Иди от меня. Ну постой, у меня секса не было целых час. Что это? А, ну давай, покидло. Бля, не то открыл. Ну чтоб тебя, ёпта, игра. Я синее хотел, не зеленое. Такие хамелеоны, блять.
То есть нам туда. Не. А тройной прыжок будет, чтобы. Не подходи! Нет! Нет! Да куда? Ну ладно. Сохраниться нужно было, женщина. Сохраниться. Вот же сохранил, кстати, что ты ныряешь-то? Низко пало. Опять низко летит. К дождю. Так, еще одно перышко, и нам МП увеличение дадут. Люк закрыт? В каком смысле? Давай будем, короче, прыгать целый год здесь, и люк сломается. Рано или поздно. Так, и чего? Мне вниз предлагаешь упасть? Да, упадем. Зацепим женщину. Так, ключ в кармане. Возьмешь? Сейчас босс будет? Ты на это намекаешь, игра, что ли? Ключ взяли. Или что? Че ты меня спрашиваешь? Да или нет? А где был нужен ключ? Че-то я, подожди. Задумался немножко. Я вроде дверей не видел никаких. А, отлюк, ёпта. Действительно. Чё это я? Ого-го-го-го-го! Здорово! Почему она говорит Кратос как критик? Не буду я на вас тратить. Оп, не ожидал. Как же медузе добро? Даже в God of War медузи злые. Медузи злые везде. А что ладно нахуй? Каменей кого-нибудь другого. Да я уж понял. Тут вообще этой атакой можно все сломать. Ой, я ж тебе говорил, пригодится. А ты говоришь мне, возьми, возьми. Ну, теперь хилка есть. Здорово. А вы чё, кто? Окей. Здорово, пацаны.
Теперь на всякий случай сохранюсь. Ой! Почему они меня спрашивают? Я чё, ради... Шёл ради того всю эту дорогу, чтобы, короче, посмотреть, как у меня просто железка сквозь ногу торчит, что ли, или что? Я за люком сюда шёл вообще-то. Да, блядь, ещё одно сохранение. Ладно, сохранись ещё раз. Никогда не помешает. Тюк. 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 Чипи. О, бегут. Сейчас сдохну по-любому. Хорошо. Это просто, знаешь, в этот момент должен этот Вал Диспельщ появиться такой угаданно. Блин, Артём. Сука. Пацаны бегут, сейчас умрут. Хуяк умерли. Покачался еще чуть-чуть. Крыши Афин. Стоп. Это можно сломать. Не, ну горшки бы я не стал ломать, мало ли что там. Да. Ломай все, короче, и будешь душу получать. Не, не показалось ли тут лестница была? А, ну вот. Что было написано? Бля, что было написано? Бля, серьезно, а что было написано? Оно скипнулось. Да, алло. А, влево. Точно. Я уже что-то не понял. Что-то меня хотят. Я увидел стенку. Поздно увидел, к сожалению. Сейчас будет босс. Они вечно вот это говно дают, короче, перед боссом. Ну, либо перед группой прям врагов. Какой-то жесткой. Новые там враги или что-то типа того. Ты, бля, попадешь! О, боже. Неделю попадал. Идрить. Босс. Кто это? Здорово. А, ты еще и не один. Окей. Легион нежити. Подумаешь, кильк несчастная. Блять, это что, кошаки какие-то? Что за звуки? Я думаю, юзать, не юзать обилку, но не новую. Нет.
Слушай, давай уебем его, он что-то достал меня уже. На, ты чего? Да в смысле? В смысле, ярость врагов, блядь. Ярость богов подрубать. Чё ж ты? Чё тут у нас? Не похоже ни разу. У него короткая. Даже не, вернее, не короткая, не широкая. А у меня наоборот. Да вот и я думал, что-то будет серьезное, а тут это... Просто левак. А, ну вот уже посерьезней. Назад мы можем вернуться? Спасибо, подождите, сейчас, минуточку. Сейчас. Пацаны, не расходитесь. Да какого хера вы тут заново появились, алло? Я не играл ни в одну. Я не знаю, что там. Что в новых, что в старых. Не, ну сейчас уже знаю, вот в этой части что происходит. Что-то... Блядь, киси! Воу-в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 оу! Вы чего, блядь? Не, пизду. Что-то, короче, они начали жестить. Давай-ка я лучше... Я лучше так сделаю. Нет, не смотрел еще ничего. Мне бы кастрюлю посмотреть. Второй сезон. Я даже на это время найти не могу все. Мне просто лень. Так, ну окей. Так, медуза. Какие ножики третьего уровня, о чем речь? Так, увеличение магии. Уи! Крутится, у меня головокружение начинается сразу от этого. Я не знаю. Если смотреть костлу на стриме, это надо, во-первых, сразу все смотреть. Ибо я уже ни хера не помню, что там было в первом сезоне, чем все закончилось. Так, и чего? И все? Мы сюда зашли просто так поздороваться с пацанами? Окей. Миленько. Ногу назад. Чего ж. А, там вот дорога открылась, да? Так.
к мешку добавлять новую команду от Стэна. Это уже слишком предсказуемо, алло. Чего они творят? Серьезно. Кто-то появляется просто с криком «Вперед, вперед, вперед!» и умирает через секунду. Блять, постоянно. Это уже какое-то клише становится в этой игре. Клише, знаешь какое? Все, кроме Кратоса, дохнут. Клише. Ну, Кратос тоже иногда дохнет, конечно, но не поэтому. А вот поэтому, блядь. Блядь, и чё это такое? Чё это за прикол? Уии! Оу. Это была первая смерть, кажется, да? Нахули, он не допрыгнул просто-напросто. Чё я с ними должен делать, блядь? Блядь, уходи. Да, блядь, что ты делаешь-то, ёб твою мать? Дурак, блядь, что ли, совсем? Ебучача просто. Блять, ебанулся. Блять, ты урна сломаешь это? Оно непробиваемое, что ли, какое-то? Живее всех живых. На самом деле, вот эта светящаяся хуйня, это этот. Аида. Тотем. Типа это. С ним договаривается. Слушай, я сейчас, короче, наверное, сдохну. Давай, короче, я это. Вернусь еще. Так, ну и чего? И подожди. Пацаны, я назад вернулся. Как мне к пацанам-то попасть к этим? Там, блядь, сундук был. А ты, блядь, хорош. А ты хорош. А ты хорош, я тебе скажу. Да, ты молодец. Мне нравятся подгрузки. Блядь, какая кнопка блок? Эй, подожди, 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 подожди. Подожди. Кое-кто летает, нервирует меня, блядь. Thank you.
Но ну, мы, видимо, уже дал пиздюлей, да? А теперь просто его шантажирует, да? Не будешь возить меня, пизды получишь. Да вы идите нахер. Одолбали. Меч что-то порой. Только повернись. Тут что-то вот интересненькое лежит. Иди нахуй, бро. Так, быстрее. Не резко. Верхушки обваливаются, прикольно. Блять, тот, кто придумал, что камера должна поворачиваться в тот момент, когда ты прыгаешь, тот должен в аду гореть. Серьезно. Просто такой прыгаешь, знаешь, и камера в этот момент, короче, поворачивается. И ты, знаешь, по умолчанию держишь вверх, но камера, когда разворачивается, ты летишь в другую сторону. Серьезно, человек, который это придумал, он в аду должен гореть. Из-за него столько нервных клеток было сломано, блядь. Почему нельзя сделать на такие моменты статичную камеру? Ну, вот, серьезно. Че это такое? Пусти мост, я должен пройти. Нет. Эти монстры не смогут перейти. Они порвут меня на части, если я пущу. Трус. Нахуй. Так, видимо, это шорткат куда-то. Дай-ка я это заберу, что ли? А чё, какой смысл? А чё там у меня? Значит, ну вы чё, вы это, слышь, вы упоролись, что ли? Ты мне предлагаешь всё-таки прыгать? Ой, бля. Это будет тяжело. Сюда мы ходили? Мы отсюда пришли? Нет, мы сюда не ходили. Еще один глаз. Ага. Это нам особо не нужно сейчас. Там просто веревка, я, блядь, боюсь прыгать. Сейчас помрешь, короче, они мне скажут это, типа, иди-ка ты заново, чувачок. Был тут сохранение? Или мы тут не были еще? Бля, что вы ебанские враги-то? Что так громко пищите-то? Заебали. Давай попробуем все-таки прыгнуть тогда. Что мы сохранились? Это Миша. Хорошо. И вот это да, ну.
Еще мое. Мое! Все мое! Где веревка была? Бля, ну вот серьезно. Я ж помню, веревка была. Подожди. Где она была? Идрит. Здесь где-то? Нет. Тут? Здесь слева? Во. Эх, нахуй, здрасте. Да опускайся, хуй ты встал, дуралей, блядь. Уи! Ух, нихуя, здрасте, добрый вечер. Отстаньте. Отстаньте, отстаньте, сука. Да, блядь, дай открою, ты, ёб твою мать. Да что вы за уебаны-то, блядь? Отпустите нахуй. Блядь, серьезно. Да иди ты, блядь. Ты, сука. Я себе дойду до вас, вам пиздец всем. Вам, блядь, всем пизда. Вам про... Вы все умрете, блядь. Петушилы, бля, ебучие. Да ну конечно, блядь, ты взял и попал в меня, блядь. И ты прыгать не стал вперед. А ты, блядь, красавчик, что тебе еще могу сказать? Почему я здесь? Я до них ведь не достану, да? Суки. Козлы, блядь. Да ну это нечестно. И это нечестно. Блядь, одно дело, если они стреляют, блядь, одинаково. Чё за бред-то, блядь? Так они, блядь, в разнобой хуярят. Чё, блядь, с вами делать-то должен, блядь? Пошли в пизду. Бля, это еще и двойной сундук, да? Ну охуительно вообще. Просто ситуация одна охуительнее другой, блядь. Я хочу взять хилку, но это, блядь, еще и может быть и не хилка. Я тебя нахуй! Я ебу, бабу, ебу, блядь, просто. О, блядь! Да ну ёбаный ты стыд, блядь. Да не угорают, что ли, блядь, надо мной? Чё это за чушь-то вообще? Пиздец. Бля, рандом ебаный, просто рандом ебаный. То, блядь, по одному стреляют, то через одного, то, блядь, вчетроем. Втроем, то вчетвером, блядь. Чё это за пиздец вообще? Что, кто? Бля. Да ну чё это за пиздец? Да ну, блядь, открывай! А-а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 -
блять, Кратос, сделай хоть что-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя молю. Спасибо, ёпты. Да, блять. Да блочь ты, ёпт твою медь. Блять, он еще и блочить не хочет. Сука, ты серьезно, блять, игра? Блять, не беси меня. Не беси меня, сука. Ты не дострелишь до них? Часом. Нихуя не достреливает. Вы, блядь, бесит уже. Да ну, блядь. Да ну дай ты полсекунды-то, блядь, от... Пиздец. Дай, пожалуйста, пол, блять, секунды. Я открою ящик, блять, и уйду. Все, блять, мне больше от тебя нахуй ничего не нужно, игра, отъебись. Да неужели, блять? Ты издеваешься. Ты просто, блять, издеваешься. Я не знаю, что сказать еще. Это Айвенго. Ну да, сейчас, блять. Да нельзя их убить. У меня дальних атак нет. Здесь, конечно, вот это говно не дотянется. Что вряд ли. Я уже начали, да? Да, конечно, дотянется оно. Это чушь полная. У них абсолютно никакого паттерна нет. Один перезаряжается, второй стреляет, блять. Ну что это? Да что это за хуйня-то вообще? Я и дрил, блять, эту игру. С охуительными идеями. Особенно нравится, как теперь левый не хочет стрелять. Можно я открою, блять, сундук? Да ну почему ты... Дай, блять, я открою. Дай я открою сундук и уйду, блять. Все, мне не нужна хилка даже, блять. Да вы, блять. Охуели, что ли, блять? Не понимаю. Бля. Бля. Просто бля. Это самое просто тупое, что я когда-либо видел, блядь, в играх. Бля. Это даже не сложно. Это несправедливо просто, блядь. Делать такую херню.
делать, блять, кучу врагов, которых ты не можешь убить. Охуительно. И который спамит рандомно, блядь. Здорово. Можно я возьму, пожалуйста, ящик? Будьте, блядь, благоразумны. Да ну, блядь, ну не хватило, сука, какой-то микросекунды, блядь. Дай открою. Да ну дай открою-то, блядь. Да пиздец. Мне надо замолчать, по-моему, на минуту. А то я сейчас вскиплю, блядь. Чтобы он, короче, попадал туда, куда я его прошу. Все было бы замечательно. Но он, блядь, этого делать даже не хочет. Ты, сука, ждал, что ли, блядь? Стоял там он, блядь. Специально, блядь, стоял, ждал. Левый. Стоял один, не стрелял. Как только я, блядь, подошел, он, блядь, сразу стрелять начал. Ну, охуеть. Стоял, блядь, 10 секунд. Отъебитесь, блять, от меня, пожалуйста. Все, пошли нахуй. Вообще где-нибудь здесь, блядь, сохранюсь лучше, блядь. ХП потом выбью. Это базвак. Подожди-то, ура. Сохраниться надо. Без сохранения-то было. Без сохранения-то было. Пиздец. Вот сейчас бы упал, было бы вообще здорово. Хранение, алло, где ты? Что мне вообще нужно-то? Теперь. А, сохранение тут было. Да я и говорю, что это было слишком, по-моему. То есть я мог понять, если их там двое было бы. И даже если бы они рандомно херачили бы, окей, не проблема. Но их там было, короче, четверо. А это уже, по-моему, перебор. Окей. Что, не так уж и много здесь обилок. Я вообще сначала подумал, что тут до хера. А тут всего раз, два, три. 4, 5, 6, все. 6 обилок всего. Ну это да. По сути, это было не обязательно. Но...